Желает успехов тебе, Макс Вехол. Мой ник Ворхол. Тебя приветствует очередная серия на Metal TV. Сегодня будем рассматривать кассету в стиле авангард Black Death Metal. Вот, мой проект Angel of God Disharmonia. Это где-то начало 90-х. По-моему, 91-й год, по-моему, да. Когда я сочинил. Так, это значит... Мое издание кассеты, вот, Max Records, вот, осталось у меня, 1, 2, 3, 4, 5, 6 копий еще. И вот я издал кассету в 2017 году на подлейбле Depressive Illusion Records, Vibrio Chicle Records. Вот, сейчас мы поставим кассету на прослушивание. Ой. Когда ощутить шуршание пленочки, а? А, мафон этот у меня еще живой тут морит. Тут у меня сел на 5 дисков. 5 дисков могу слушать аудио, могу радио слушать. Могу переписывать кассеты. Офигеть, блин, а? Киев. Какая классная штука. Еще и стереош. Стереоагрегат. Так, слушаем. Вот, значит, вот как, ну, в принципе... Оформление это мое, да, ну, это самое, это мне делал дизайнер один известный, забыл его кликуху, вот как решил оформить эту кассету. Пять вещей. Четыре вещи на одной стороне и одна такая Dark Ambient Avantgarde такая на 29 минут аж. Помню это с Донбасса, на Донбассе, на реке. Балдели от этой кассеты. И от Реквиема тоже, кстати. В прошлом выпуске я ставил Реквием, там они тоже орят, что Реквием классно. Кайфуется под планчик. Курить планчик и слушать такую музыку. Ну, я рад. Да, мне еще приглашали туда когда-то на интервью на радио. Не помню, какой город, блин, ну, что-то было. Когда еще интернета не было как такового у нас. Ну вот как выглядит оформление у меня на ТДК-шках. Ну, у меня более простой вариант. Вот копия 13. Ну, то есть такой вариант, да. Max Records. Лейбл. Логотип так выглядит. Можно сказать, матрица. Самая первая, так сказать, обложка на кассете. Это мой вариант. Это, если продам, так его продам, блин, ну, за 100 баксов. Вот. Копия номер 12.
пугает. Темно. Копия номер 14. Ну, эта тема на 15 минут. Первая тема. Поэтому, конечно, полностью слушать мы ее не будем. Копия номер 15. То есть маленький тираж был у меня. Ну, основные копии продались. Если были. Там первая, вторая, третья, что это там? Что-то там. Штук 12-13 продал, наверное, не помню. Сейчас посмотрим. Вот. Тоже на ТДК 90 минут. Вот 11. А ну куда, получается, 10 копий я продал. Battle TV представляет видеообзор кассеты Angel of God Disharmonia Max Records and Depressivism Records. And Cyber Max Digital Records. Подписывайся на мой канал. Metal TV выходит каждую среду, каждое воскресенье. Поддержи мой проект, подписывайся на мой канал. Желаю успеха тебе. Пока-пока.